Артем попадает хорошим пасом Миранчу. Передача. Искал он партнера и, в общем, вот сейчас отстоит, да, как раз. Могли бы мы его увидеть. Ну вот смотрите, да, двух минут такая российская сборная, вот эти атаки на скорости, с такими рассекающими оборону передачами, с подключениями полузащитников, которые меняются местами постоянно, да, там Запад Смолов вытягивает на себя игроков обороны, туда врывается кто-то из центральных полузащитников, либо Оздоев,